Друзья мои, всем большой привет. Погода играет не по правилам. Вот честное слово, не так она поступала, как хотелось бы. Как-то вчерашняя вот вылазка на ночную рыбалку. Отличная такая погода, ясная. Никак. Даже и забыл, что существует такое понятие, как дождь. И вот сегодня я его все-таки дождался. Иду к землянке, но настроение уже не то. Потому что мне надо, чтобы было бы сухо. Ну, опилки должны быть сухие, доски желательно, чтобы были сухие, когда колочусь. А так опять иду с целью. Вышел из дома с целью с одной, а вот заморосил дождь, сейчас разыгрался, и цель-то моя резко видоизменилась. Друзья, зато я до реки, маленько настроение приподнимается. Вот эти вчера до острова, все тут было забито, затор. С той стороны только открытая вода, а сейчас вот тихонько здесь прорывает. Ну это естественно. И плюс в принципе того, что идет дождь. Дождь поднимает воду, сгоняет снег резко. И сейчас все это унесет. И рыбалка-то будет 100%, друзья, интереснее. Не такая, как вчера. Вчера мы просто ходили, закидушки закинули. И обратно их смотали, такие же, как закинули, если не оторвали в случае. А сейчас уже, когда вот этот лес унесет, вода прибудет, рыбалка уже будет с целью точно поймать налима, а не просто закинуть закидушки. Надюхе, по крайней мере, процедура нравится, каждый день что-то новое скажет, видит для себя. Сейчас, друзья, идти в лес и не унести хотя бы там пару досок, это глупо. Я имею в виду те моменты, когда рюкзак не тяжелый, руки свободные, иду через свалку, где полно всяких пиломатериалов. Так что сегодня я решил прихватить несколько досочек, а тут у нас в лесу каждая доска все-таки на счету, и она в любом случае пригодится. Не видел такой доски, которая мне не пригодилась, по крайней мере. Не идет тепло. А ты что, не тут еще ничего? Заходи, здесь дождя нет. Всем, друзья, даже не знаю, как провести с пользой день. Сегодня даже обед с собой ничего не брал, чтобы варить. Я надеялся на более прекрасную, подходящую погоду, где можно будет поколотиться. Ну, как проголодаюсь, побегу домой. Взял с собой только так, кофеечку попить, печенюшки и все. Ну, найди, взял мич-пакет, да, хлеба наварить, думаю. Так, я не знаю. Ладно, печку затопим, посмотрим. В бане внутри, там может можно что-то поколотить. Доски посушим, выбираем. Увидим. Вчера было тепло. И чай можно будет подогреть. Зашел в свою недостройку. Посмотреть, что можно продолжить. В принципе, можно пробовать колотиться, но уж точно не засыпать опилком. Опилком сейчас не знаю, когда у нас получится таскать опилок, потому что он намок. Там. Ветра, если будет, он быстро просохнет также. А там поступление опилка также происходит быстро, чем как и
доски, так что сухого пилка привезут, надо будет потом под ней на свалку найти эту кучу свеженькую. А так что, я знаю, блин, день-то терять неохота. Так что посмотрим, может что-то и поколотим. Чайник на грани, но пока еще не закипает. Схожу, пожалуй, правда, речки прогуляюсь до одного конкретного места. Оно меня больше всего интересует. Оттаяло, не оттаяло, вот лед отнесло. Прибывает река. Медленно прибывает. Ну сейчас будет быстро прибывать. Да? Посмотришь. Пойдешь со мной? Ты как лягушка у меня выглядишь. Сырая вся. Пойдешь в речки? Весь день будешь ждать. Чтобы поесть и давай что-нибудь. Давай, у меня хлеба шутка есть маленько. Сейчас я тебя отломлю. Потом я тебя заварю, хорошо? Все, пока. Не ходи, не ходи, тут ешь. Не ходи на улицу. Очень хотелось бы верить, что вот такая погода, как сейчас, не установилась на все лето, как прошлый год. Прошлый год было просто, ну кто смотрел мой канал, кто знает, практически каждый день я ролики выкладывал. И, ну, мне кажется, 90% дней было дождливых. И мы живем как в Лондоне, постоянно туманы, дожди. Хотя некоторые года бывают такое, что засуха, река чуть ли не пересыхает наша. А прошлый год наоборот, она все время была в таком весеннем уровне, что ли, так скажешь. Течение жестко прибывает, ускоряется. Длинно, быстро проносит. Льдинка. Я даже не знаю. Возможно, до этого пронесло основной. Но мне кажется, еще нет. И так пока. Уровень не сильно скакнул. Мне кажется, где-то есть такие места, где река Уза наша запружена льдом. Выше по течению. Внизу-то не знаю. А первая длина, по-моему, давно стартануло.
уточки летают. Вот на противоположной стороне вытекает речка небольшая, там тоже утки собрались. Все селезни, по-моему, если я не ошибаюсь. Только селезни была зеленая голова такая. Я, короче, не охотник, вот там вообще не волоку. По моим понятиям, утки коричневые, а селезни с зеленой головой. Там речка вытекает, и, в принципе, попробовать половить на фидер можно в ней. Но, блин, это объезжать. Ну, на велосипеде можно попробовать какой-нибудь день. Не знаю, еще там вот эта яма, я там жуцов уже ловлю зимой. Рассосалась ли она. Возможно, там еще со льда ловят. Скорее всего, ловят даже. Плещутся там. На главном-то я же все пришел посмотреть на это вот, а не на уточек. Нифига тут лед-то еще не уходит. Видно, что он очень слабый. Найди очень хочется к уточкам сходить. Она так смотрит на ту сторону реки. Но никак не перебраться. Не ходи на лед. Слабое здесь течение. Почему мне охота здесь порыбачить? И из-за этого же не уходит, не отрывает льдины вот береговые забереги вот эти. Все-таки дождливая погода чем-то есть свое превосходство. Воздух прям свежайший. Прям легкие работают на 100%. Так ходишь, прям надышаться не можешь. Не объяснить. Вот на улице, подальше от города где-то, в лесу, у реки. Влажность такая высокая и дышится легко. Погода такая, естественно, не жара, не жарко, не парит. Как бывает это летом, перед дождем или во время дождя. Самое то. Осень, весна, с дождиком, в принципе, нормально. Просто для того, чтобы подышать. Тебя он заваривался. Это печенюшки. Печенюшки в большей степени для меня. Хотя там больше, для тебя вкуснее. На, попробуй. Сладенькая печенюшечка. Друзья, погодка, по-моему, еще больше ухудшается. Дождь все сильнее и сильнее. Я не знаю, что ты не съела, ты унесла, спрятала. Не, я так не играю. Жди так, пока согреется, еда. Я знаю, что тебе не нравится. Можно было сегодня день пропустить, по сути. Но я уж вчера как-то запланировал с утра выйти пораньше, велосипед все тут сделал. Накачал колеса, смазал цепь. Сейчас сегодня на велосипеде приехал. Да и с утра пораньше. Вроде более-менее погодка была. Было бы сейчас 9 середина мая, то пофиг дождь. Накидушки я не поставил, ходи бы там проверял, хотя бы какой-то был эффект. Тем более, середина мая, это самая рыбалка-то. Рыба уже активная была. А сейчас, ну пока, чай, кофе пьем, сходим еще маленько поплотимся. И домой пойдем, просто больше заняться особо нечем.
Танцуй, госпожа. Только отойди сначала, а потом танцуй. Давай, отходи, отходи. Вот твоя миска. Стыла, по-моему. Больше ничего нету. Чем богаты, тем рады. Все-таки вот тихонечко надо продвигаться, ёба. А то, блин, что-то я расстроился весь, шел сюда. Но заняться нечем будет. Ну, пока учимся, пока есть возможность что-то где-то. Видите, много-то зашиваться-то зашивайся, а потом опилок не будет неудобно засыпать. Так что высоко-то тоже пока не стоит борта выкладывать. Ну, пока поколотить можно. Грубо говоря, в любом случае пришло не зря. 7 досок принес, да еще сейчас поколочу, да вообще вперед, дело-то пойдет. Дело идет. Это так-то сразу как меняется размер в бане. Намного больше она казалась, чем сейчас будет. Таким мы сужаем стены тем самым и утепляем их одновременно. Все щели это, не переживайте, это вообще ничего страшного нет. Чего надо переживать? Крышу надо будет перекрывать чем-то еще. У меня под стакленка лежит, но тем не менее она практически нигде ничего не намокает. Всю зиму пролежала, и хоть бы что. Внешняя стена, кто видел, тот знает, полностью перемотана стрейч-пленкой. Грубо говоря, баня будет практически непродуваемая. Тепло весь пол стоять. Блин, ну, если все тут полностью сделать, довольно теплая, я говорю, зимой можно будет в ней париться легко. Это по моим подсчетам. Ну, как говорится, все равно сейчас найдутся критики, которые скажут, что это все херня. Но тем не менее, такие же были, когда говорили, когда я строил землянку. То, что я фигней занимаюсь, она там утонет, там все дела, там будет холодно в ней. Тем не менее, я ни разу не видел ни капли влаги, там, чтобы выступала снизу на полу, я имею в виду. Естественно, там на ботинках, если что-то приносится, испарение потом идет. Конденсат маленько остается, но тоже моментально он выветривался. То есть на последнее время я вообще не видел, чтобы что-то где-то там скапливался конденсат. И жара там просто, я порой не знаю, как бы мне еще избавиться от нее. И никак уж точно не буду откладывать печку кирпичом внутри землянки, потому что в ней так жарко. Что, друзья,
особо заняться тут нечем. Так что на сегодня будем завязывать. Лучше дома что-нибудь сделаю полезное. А сюда мы в любом случае каждое свободное время, когда будут появляться, будем приходить. Но надо просто на следующий раз смотреть прогноз погоды хотя бы и настраиваться на то, что будет конкретно. Знал бы, если сегодня будет дождь, может быть, что-то другое запланировал. Да хотя, что в дождь можно запланировать, понятия не имею. Туман, красиво как в лесу. Друзья, следите за новостями, не забывайте подписываться, там пальцы вверх ставить. Я не люблю это напоминать вам. Кому интересно, сами подпишутся. Так что, кому интересно, подписывайтесь, не обращайте внимания. Комментируйте. Не знаю, мне понравилось. В любом случае, сегодняшняя вылазка. В тему она понравилась, что была не бесполезна. Сходили, поколотили и все. Ну, хотя... Я планировал делать что-то большее, но, увы, как есть. Что ж, увидимся завтра. Всем пока, до скорых встреч. С вами была Надюха, Юрий Тителин.